Итак, дамы и господа, добро пожаловать на вторую карту команды Sad Boys и Anima RD. Повторюсь, что Anima взяли у нас первую карту. И сейчас посмотрим, что Sad Boys смогут противопоставить своим оппонентам. Итак, у нас первый бан. Это Траксат команды Sad Boys. Опять же, наверное, против Пуша. Интересно будет понаблюдать, что ребята придумали на вторую карту, и мы сможем увидеть, опять же, классную игру, которая была на первой карте. Что же, ребята теперь уже думают более аккуратно и более деликатно, что можно противопоставить своим оппонентам. Надеюсь, у них есть какие-то заготовки на вторую карту, смотреть, чем-то удивить своих оппонентов. Анима у нас банит ОД. Не хотят, чтобы их убивали. Наверное, будет пик на каких-то интовиков направленный. Ну, не знаем, посудим, увидим. Наверное, не хотят. Будут у них интовики, наверное, в команде. У РД минимум 2, мне кажется. А иначе зачем им банить ОД? СД сейчас забанили, не боятся, опять же, они пуша, всяких иллюзий, которые были на первой карте. И СК отправляется в бан от команды Sad Boys. Станы, классная ульта и эпицентр. Не хотят они, чтобы этого всего было на данной карте. Итак, у нас первый пик это от команды Sad Boys, это Бейн. Классный саппорт, я вам могу сказать. Просто шикарнейший в плане и минус дамага, и хила, даже сон кинуть, и просто оппонента оставить позади себя, и просто подцепить ультой. Человек ничего не сможет с этим поделать. Как-либо ждать, пока все это закончится, или пока Бейна не ударят, не отобьют, или пока они тебя самого не убьют. Огрмак у нас сейчас залетает от команды Анима первым пиком. Видели мы уже у Громага, классный персонаж был. Опять же станы, опять же замедалки, бафы и так далее. А если прокнет, то вообще мультикаст на X4, то что нужно в таких играх. Интересно, какая связка будет сейчас с Огромагом на второй карте, вторым пиком. Ребята думают, ребята осторожничают, боятся чего-то. Интересно. Ну, с Огромагом зайдет любой кэрри, любой саппорт. Но если пойдут в хард-линию, могут пойти вдвоем и там стоять. Винга сейчас прилетает вторым саппортом. Очень классный. Два стана, минус броня и замедалка от Огромага и Винги будет. А если что, и аура есть на доп-дамаг, да и свап, если опять же кого-то подцепить. Классные связки, могут стоять с любым кэрри. Эти двое саппортов, очень классный пик, очень хороший. Ребята, Sad Boys, интересно, что они сейчас противопоставят против этих двух пиков. Опа, залетает у нас Инвокер. Интересная будет игра. Забанили ОД у нас Анима, но не подумали, что ребята могут тоже взять у нас кучу интовиков. Такого же человека, как и Инвокер. Будет интересно понаблюдать за инвокером на таком турнире. Я еще ни разу не видел инвокеров за свои игры, которые я комментировал. Ну, посмотрим. Третий бан отправляется Оракл, не нужен сейф противника. Боятся они инвокера будут там кидать. Боятся этого у нас Анима. И у нас Sad Boys, что могут кинуть противникам, что они боятся взять. Скорее всего, это либо будет бан кэрри, или бан какого-нибудь мидера, скорее всего, хард. Они не боятся пока что. Ну, ребята, удивите нас. Покажите, что вы хотите в бан кинуть. Интересно будет понаблюдать все-таки. С Бейна может зайти тоже классный кэрри, такой как и со станом может быть, и даже если стан не понадобится, просто кидать тычки, просто замедлить его, либо как-нибудь подцепить и там все сделают за тебя. Интересно,
Сейчас очень важен третий бан. А команда Sad Boys просто сейчас, наверное, будет от этого игра отталкиваться. Что ребята смогут пикнуть, и будет понятно, что ребята хотят. Они забанили Вайда, хотят забанить. Взяли и забанили у нас Вайда. Боятся купов всяких золотых куполов. Брата Бэйна. И так далее. Хороший, кстати, бан. В плане того, то, что если у нас Войд залетает, дает купол, там Венга, там даст стан, может подойти поближе и как бы ауры зацепить свои, дать доп дама к Войду. Те же, опять же, станы на Угра, замедлялки от Агра все эти вторым спылом, да даже баф, если еще залетит, то это вообще шикарно. Четвертый бан от команды Анима у нас Морфлинг. Морфлинг может пойти в кэрри, наблюдали за этим. Может пойти мид. Интересно будет, ну, мы его сегодня не увидим на этой карте. Морфинг очень хороший даже персонаж, ребята боятся из команды Анимы, что возьмут ребята из Сильбойс в плане фарма, а убивать Морфинга они, наверное, нечем им, если они его так банят. Интересно, что они возьмут еще третьим. И четвертым пиком. Очень-очень интересно. Что же. Могу сказать. Так, забанили у нас Террор Блейда. Боятся ребята пуша. И прилетает третьим пиком от аниме РД. Дарксир. Дарксир очень классный персонаж. Своими стяжками, своими щитками, ускорялками, которые не даст фармить противникам. Да его стенка, которая сделает кучу-кучу иллюзий, которые могут тебя разнести в пух и прах. Бистмастер у нас залетает от Sad Boys. Интересно будет понаблюдать таким хардлайновым бистмастером, как ребята его реализуют. Дарксир, скорее всего, тоже хард пойдет, потому что больше ему идти некуда. Не будет давать он фармить вражескому кэрри, который еще непонятен, не ясен. Своими щитками накидывать и будет уже и крипов забирать, и фарм не отдавать своими тычками денаевскими. И просто будет хорошо стоять, если у него это получится. Четвертый пик, ребята думают от аниме. Что же они хотят увидеть? Либо это, скорее всего, будет кэрри, скорее всего. Потому что нет смысла нет сейчас светить. Хотя инвокера ребята из Sad Boys засветили. Остается им только и второй саппорт. Кэрри. Кунка. Интересный мид. Скорее всего. Против инвокера. Своим сплэшом будет он добивать и крипов, и бить инвокера. Очень классно будет стоять против него. Первые кресты. И увидим мы морской призрачный прекрасный корабль, как он будет залетать, и все это подстяжка Дарксира и его стенкой. Это будет очень прекрасная реализация данного эпика. Что же, Sad Boys покажет на второго саппорта или кэрри. Будет сейчас, посмотрим. Omni-Knight вторым саппортом. Хила ангел. Хилки ангел и БКБ встроенная. Замедлялка. Просто сейчас шикарно против физдамага всякого вот этого от Венги, от Кунки, от Дарксира. Те же тычки, опять же, если они залетят, просто обычные. Очень хороший сейв. Просто сейчас ну, хороший, очень хороший пик. Молодцы. Прекрасные пики. Остается у Sad Boys показать кэрри. А если анима у нас идет Кунка, из анимы у нас идет Кунка в мид, то остается кэрри тоже. И сейчас с пятым баном, скорее всего, опять же кэрри будут баниться. Ребята понимают, какие остались пики друг у дружки. И. Сларка боятся ребята из анимы. Я бы тоже забанил Сларка против такого пика. Чтобы не было всяких там вылетаний из инвиза, не было, чтобы атрибутов, не вкачки и всяких такого и всего вредного и такого
из-под тяжка убийств, ну, не хочется видеть. Не хочется просто. А вот команда Sad Boys могут что-нибудь такого даже и пожестче забанить. В плане антимага, потому что у них два стана есть, смысла нет Кэри даже брать со станом им. А если гирокоптер? Джага сейчас у нас игрался на первой карте. Ребята помнят его? Не хотят. Нет. Ну, Джага не выформил. Нет, он как бы выформил, но не реализовал себя. Его очень быстро контрили, очень быстро сдували, убивали. И все, парень просто не успевал ничего дать. Итак, пятый пик у нас от команды Sad Boys. Какой же вы кэрри выберете? Это будет Луна. Луна. Опять у нас сегодня будет Луна играться на второй карте. Очень классно себя показал, реализовал Луна со своими бимами, оттычками. Конечно же, только от команды Anima, но посмотрим, как ребята из Sad Boys сделают ее в данной игре. Итак, команда Anima, ждем, смотрим ваш пик. Ну, мне кажется, тоже такой кэрри. Ну, вот такого кэрри можно вот взять, интересно. Не, ну серьезно. Антимаг, алхимика, кстати, могут взять ребята просто на выфармливать. Стану, ребят, есть. Два человека со станами. Стяжки есть, замедалки, ускорялки есть. Есть чем всем догонять. Вот. Антимаг, гирокоптер, там. Джага, конечно, в бане, Сларгу в бане. Ну, кого еще можно взять жесткого такого прям? Эх, Вивер? Вивер, интересно. Очень интересно. Будет сейчас понаблюдать за данной игрой. Вивер последним пиком, скорее всего, может сейчас пойти он хард. Или мид, может. Ой, я даже не знаю, куда он может пойти. Интересно. А если Вивер идет у нас хард, то получается он стоит с Дарксиром. Или он идет мид. Потому что мидера у них. А, нет, Кунка мид, получается, Вивер идет фармить с двумя саппортами. Дарксир стоит хард. Может так. Ну, расстановка у Sad Boys, она ясна. Ну, более-менее понятно. Вот что ребята хотят реализовать своим очень интересным таким пиком. Сейчас мы и увидим. Сейчас у нас перезаходит один человек из команды Sad Boys. Представлял я ребят на первой карте уже обеих команд. Представим еще раз. Итак, команда Sad Boys у нас точечка играет на Омнике. Шепа РД у нас играет на неизвестном персонаже. Какой же персонаж у нас остался? Интересно. Это будет у нас... Ой-ой. Бестмастер. В хард он пойдет. Хоэма играет у нас на Луне. Инвокер у нас... На инвокер у нас Мил. Такой у нас персонаж с классным ником няшным. И Бэйн у нас играет... На Бэйне у нас играет Мурон. Команда Anima на ваших экранах. На Вивере у нас играет Киса, капитан их команды. Дарксир у нас Феликса играла. Эргайл. Да? Как тебя? Феликс Эргайлай. Или Эргали. Неясно, надо будет потом спросить у него. На Винге у нас Лува, на Огрмаге у нас Джезус и Кунка. За Кунку у нас играет Джо. Прям так подходит ник к его персонажу. Просит не отжимать. Ребята сейчас рисуют там всякие картиночки у нас. Полосочки. Сразу поставим на крипстат. Будем смотреть, как ребята у нас фармят. И интересно, какая будет у них уже на... Так, они, ребята готовы за ним. Ребята просят секунду седы.
посмотрим, что они смогут реализовать, опять же, до основного времени. Какие у них будут мовики и кто кого может сделать. ФБ заберет. Ребята сейчас показывают из сетбоев, что хотят вот сюда выйти. Выйти сюда. И заходит у нас Бисмастер. Последний у нас персонаж заходит. И сейчас начнется игра. Классный, опять же, повторюсь, у ребят настрой. Ребят, у друг друга игра на победу. Хотят выиграть обе команды. И посмотрим, у кого сейчас удастся победить на второй карте. Что же. Ребята сейчас и за ним, скорее всего, пойдут через низ. Вот так вот выйдут. Вот так вот, наверное, введу. А ребята из сетбоя, скорее всего, либо пойдут вот так, либо могут их встретить вот здесь. Один герой у нас остался. Это Dark Seer около Т3. И будут они уже ждать. Пошла вся команда из седов. Под смоками сейчас юзанули смоки. Сейчас будут заходить во вражеский лес. Ребята из... Ой-ой-ой, и за ним мы тоже под смоками. Ребята сейчас такой вот кругаля вот таких вот дают друг другу, как наскаровский круг. Да, такие в жоу. Тут рунка, короче, да. И будут, ребята, здесь вам забирать эти. Здесь получился у нас значок инь-ян. Неплохо, неплохо. Парень Dark Seer, он не боится. Он сейчас просто стоит у себя под Т3, будет стопить крипов. Не пойдет он никуда, боится, что на него сейчас выйдут. И что же, смоки закончились у той и у другой команды. Поставили вард. И что же, ребята, берут. Команда аниме у нас нижнюю руну, верхнюю у нас берут Sad Boys. Так, начинается основное время. Поехали, ребята, поставили вардик. Смотреть, кто куда и зачем прилетает. Сейчас будет расстановка по командам, по позициям. И все будет у нас шикарно. И у команд тоже, если ничего, каких-нибудь происшествий не будет. Очень классно такие два варда, конечно, полить вот здесь, вот эту вот территорию и полить вот эту территорию под Т1 вышки и смотреть, кто куда и зачем идет. Хорошие варды сейчас поставили аниме. Так, у нас от команды аниме у нас в харде стоит Вивер и Венга. Также у нас Огр Мак стоит рядышком, бегает пока что, может он перейдет. Кунг у нас стоит в миду команды аниме. И у нас Dark Seer стоит один на топ-линии. У команды сетбоев стоит на изи-лайне один Бистмастер, трипла стоит наверху, это Луна, Омник и Бейн. И в миду против данного Кунки у нас стоит Инвокер, который вкачался сейчас через Квас и Векс, ой, Квас и Экзор. Качал фаржей на дам плюс дамажок себе, чтобы у него было все прекрасное добивание крипчиков. Ой-ой-ой, Огр сейчас дал второй. Что будет? Нет, просто сейчас отбили, и ТПшка сейчас прожал у нас один персонаж. Думал, у нас будет сейчас сейвы. Но не тут-то было. Парни просто сейчас развили. Ну, мог он прилететь, помочь, но не стал. Не было продолжения, ничего. Что же тут у нас? У нас сейчас Dark Seer тут один. Сбили ему Clarity. Омник сейчас наступает. Бьет его своим молотом по голове. На третьем сейчас уходит. Кинули сейчас Сона Dark Seer. Это может быть сейчас ФБ. А нету, а где? А где Луна? Луны нет. Почему Луны рядом не было? Сейчас бы все забрали, сейчас бы реализовали у нас ФБ. Почему? Куда же ты там стоял? Зачем? Ну почему? Санстрайк скачал уже себе инвокер. Будет интересно. И опять же, так, сейчас это Гурмак кидал себе, кинул в инвокера второй спелл на замедление, и чтобы его пожгло инвокера. А Кунка взял таким сплэшом хорошим на двоечке, который уже вкачал на третьем уровне, дал, и очень хорошая тычка ему прилетела инвокеру. Опять же, прилетают очень классные тычки, просто от сплэша. Сейчас, ой, эту, и стаки уже, и отводики. Итак, у нас тут опять же напрягает у нас Dark Seer, пробегает минус Угармак. Омник его пальнул. Как бы самому Омнику не встрять в передрягу. Просто мимо ребята сейчас разошлись, такие поезда в метро.
Просто один туда, второй туда, такие, здорово, здорово. Ну давай, пока. Ну что же у нас тут, вивер уже. А, на минус. На минус броню у нас ожерелье взял. Blindstone называется. Никогда не читал это название, просто думал. Какая-то часть от дезолятора. Все, все, не называл. Итак, у нас сейчас по два щитка, сон кинули у нас. Ой-ой, санстрайк прилетает. Это просто сейчас, ой-ой-ой, просто втроем, даже вчетвером забрали у нас. Феликс Аргайла, который играет на Dark City, втроем. Команда Sad Boys. Хороший выход, санстрайк кинул еще инвокер. Хорошая реализация данных скиллов и персонажей. Неплохо, неплохо. Ребята играют. Делали хорошее ФБ, молодцы. Хороший выход был. Итак, у нас тут много, очень много крепчиков. Очень много фармы сейчас для вивера. Будет у нас стак. Стак. Стака не будет. ДД на топ-руне. Пункт сейчас отходит. Да, и скорее всего он сейчас ДД руну и найдет. Инвокеру вообще сейчас просто закидывает его под Т1. И что? А, опять у нас сейчас тут напрягает Дарксира. Какая-то драка там, какая-то. Один тычки дает, второй тычки дает. Сейчас по щитком может забрать его. Мана нет у него на сон сейчас. А есть теперь мана на сон. Просто сейчас разворота дает ему. Надо отходить у нас Бейну. Опять же, санстрайк сейчас мимо прилетел. Луна будет тычку давать, и Бима просто добила. Очень хороший выход сейчас Луна. Луна там же, где нужно было, сейчас стояла. Просто дала Бим и убила Дарксира. И Омник даже на подсейве был, если чё. Хорошо. Молодцы, ребята. А сейчас трое персонажей из команды Аниме сейчас находятся в мид-линии. Пушат, инвокер отходит. Добивает он лесных крепчиков. Ты два варда, два варда смысла нет. Его видят бестмастера. Вивер уже подфармливает потихонечку. И что же, опять выход на Дарксира будет? Но он не тут-то уже сегодня было, потому что уже и трое персонажей из команды они могут... Двое команд. Двое персонажей из команды они могут помочь Дарксиру. Не хотят они опять, чтобы он погиб. Парня просто сейчас подлавливали, но... Так. Луна бегает рядышком, Рейсбенд уже с ботиночком имеет уже и Огр Клаб, и Базилус. Очень хорошо Луна фармит, да но... На 6 минуты... Просто прекрасно. Да, у нас инвокер сейчас под репейлом был Омника. Сейчас вдвоем они стоят. Кунг их очень сильно напрягает под ДД со своим. 140 дамага. Это очень мощно сейчас. Просто крипов сейчас отводит. Находит хасту у Громак. Сейчас ребята могут быть замес наверху. Будет или нет, непонятно. Сейчас просто щитками откидываются. Ребята подходят. 2 на 2 стоят. А ребята, ну кто быстрее, кто первый. И Омник опережает Кунку. Как бы сейчас тебе не погибнуть, Омнинайт. Первый дал. А, под репейлом. А, смысла. Не было и Кунки дальше идти за ним. Вивер у нас дает тычечки бестмастера. Очень хорошие такие, нормальные. Сколько? Пассивка на один. Ну, нормально. Хватает 6 секунд. Быстро добивать не надо особо сейчас сильно. Дарксира опять напрягли Дарксира. Опять он отходит. Нигде ему не даются нигде фармить. Просто его сейчас напрягает обе команды. Ой, обе команды. Двое персонажей, как Луна и Бэй. Просто сейчас отходит. Дали сон. Ну что, ой-ой-ой, это будет санстрайк. Опять Дарксира подловили. Сном от Бэйна. И просто инвокер дал санстрайк. И просто человек погиб. Опять же такая стратегия. Не успел он нас Дарксир уйти. Какой в третий раз уже. Надо быть ему поаккуратнее, поосторожнее. Если он увидит Бейна, сразу убегать. И не ждать, пока на тебя кинутся. Он уходит сейчас у нас Кунка. Сейчас похилится и вернется на своем кресте. Дарксир у нас опять бегает сейчас. О, опять мимо Бейн прибегает. Но надо быть осторожным тебе, дружок. Слушай, Вивер у нас по фарму умеет уже колечко на 5 регена. Неплохо. Подловили сейчас Бейна. Гурмак бьет своими тычками. Ой-ой-ой, рядышком и Кунка. Сейчас могут Бейна забрать. Так, баф от Агромага. Агромаг снимает сон Бейну. И что? Ой-ой-ой, а там-то... Там-то Луна кого-то забрала. Луна у нас Вингу здесь забрала в Соляного.
просто взяла его и шла. Но Кунка разобрался с... Нет, Огромак все-таки Бэйна забрал. Разменялись ребята один на один в разных частях карты. Неплохо. Санстрайк сейчас был опять в Дарксир. Если бы он чуть вперед бежал, то мог бы опять погибнуть от Санстрайка. Только без сна уже сам бы нарвался бы. Ну что же, ребята тут у нас показывают. Бестмастер сейчас юзанал у нас кабана. В пол хп сейчас бьется. Вивер у нас откинулся своим первым скиллом жуками. На минус броню и на хаулинг просто. Чтоб жуки всех поели. Два кабана даже стоит у него. Очень сильный, такие по 55 тычки и спасибочки сколько. Замедление атаки минус 40 еще. Через животных играет у нас Бестмастер. Очень хорошая такая острота. Что ж, Кунка там. Бэйн увидел вард, что он там стоит. Кунка не пошел дальше. Побоялся, что там стоит какой-либо персонаж. И что у нас сейчас тут? Вивера могут поймать. Не поймают они Вивера. Слишком быстрый он. Очень быстро. Ну ничего не сделать, потому что Бестмастер сейчас. Ну дал бы он ульту, но они бы его не забрали, потому что уже таймлапс есть. Ну что? Ну и ничего, просто бы раскостились бы и Вивер ушел. Ну что же, Дарксир ты фармит потихонечку. Ой, сейчас Бэйн опять сейчас на него выйдет. Ай, Бэйн! Опять сейчас выйдет, дадут сейчас. Ой-ой-ой. Будет у нас, нет? Санстрайк. Санстрайк прилетает, и просто сейчас опять он погиб. Ой-ой-ой-ой-ой. Увидели его под вартом. Негде Дарксиру вообще фармить. Ребята ему не дают. Согнали они его со своей линии. Ушел в лес, и даже в лесу его достают. Но не дают ему просто. Сейчас, ой-ой-ой, был. Сейчас был. Обмен. Ой-ой, сейчас как он. Свап от... Был свап сейчас от Винги. Убили они Бэйна с Огромагом и Кунки сейчас. Ой, его надо тычку. Отлетела тычка сейчас в Огромага. Он погиб. Был корабль сейчас от Кунки. Винга не ушла сейчас на тэп-ауте, просто дала тычку Луна, Бим откадешился, дала Бима и в лицо погибла. И тут Луна сейчас сделала минус 2. Помог ей даже в этом немного инвокер своим санстрайком. Костный. 2-1 даже, 2-1. Что же у нас там по нетворсу? Посмотрим. Сейчас 6000 голды на 10 минуте. Это очень неплохо. Ой-ой, поймали сейчас у нас Вивера и инвокер. Опять инвокер всех убивает своим санстрайком. И сейчас убили у нас Огромага. Стоял он, просто так прохлаждался. Стоял, бил крипов. И тут вылетело три персонажа из команды Sad Boys. Просто его взяли и смели втроем. Бестмастер, Умнинайт и Бэйн. Просто взяли и смели. Инга сейчас у нас прилетела вниз. У нас Луна спушила Т1 на топе дайровский. Это опять же ей в плюс. Очень много фарма. Что же у нее сейчас? Драгон Лесс она собрала. Имеет маску на хил. Собрала она уже доминатор. Привезли ей. Соул Ринг у них купила. Что ж, будет просто за хил. Нет, они будут просто выходить сейчас на бингу. Так, сейф ТП сейчас пролетает от Дарксира, сон кинули в Вингу, Винга сейчас может погибнуть. Так, стоит стенка, будет стяжка от Дарксира. Где же стяжка-то, братишка? Без стяжки даже. Нет, была, не было стяжки, нет, не было. Несколько иллюзий сейчас, и Бэйн тут может погибнуть. Сейчас прилетел Сталчис от Винги, и просто Винга сказала, ребята, нет, вы пришли ко мне сюда втроем. Мои друзья сейчас тоже подойдут, подождите, да? И сейчас разменяемся 2 в 0. Очень красиво сейчас ребята сиванули своего саппорта. Молодцы. Просто шикарнейший сейчас ребята просто все сделали. Тем временем Анима у нас пушит Т1 на миду. Кунг у нас не отстает. Дает просто пофармить. Не, ну, он как бы не подходит, не бьет тайвер, но все-таки опасается то, что может прилететь у нас и Бэйн. Бэйн, который опять же прилетел и дал сейчас Сомбу Громага. Просто чтобы он постоял и не добил у нас сейчас центряк.
Сам сломался центреком. Ой-ой-ой, ну зачем ты сюда варту поставил? Можешь поставить? Бэйн поставил опять же на центряк. Сломал сейчас он вард. И сил так. Сломали Т1 все-таки на то. Ой, Мидовский. Просто корабль сейчас залетел в одного Бэйна. И просто его сейчас увезло на носу этого корабля. Просто удалеко и надолго. В таверну на секунд 20. Ребята вышли втроем, забрали его и все. Молодцы, ребят, так и надо. Красавцы. Просто тимплей у одной и второй команды есть, присутствует. Это очень хорошо. Так, то может быть сейчас выход на инвокера вардов? Нет. Ой-ой, поймали сейчас инвокер. На фазак сейчас догоняет. Ой. Кинули крест, вернулись сейчас. Ой-ой, стан прилетает. Итак, второй стан. Кунка его сейчас может добить. Санстрайком кидает, отходит. И будет добивка, ну чуть-чуть. Осталось-то, ой-ой-ой, свап хороший, и просто сейчас убили инвокера втроем. Очень классный выход на мидера оппонентов команды Sad Boys, очень классный. Просто суперский парень хотел пофармить, а не тут-то был. Это просто сейчас жесткая-жесткая месть за Дарксира. Ребята молодцы. Стоит три персонажа у нас команды Sad Boys, вот тут они такой какой-то фронт реализовали, а команда у нас, они просто сейчас будет пушить Т1. И ничего не бояться. Так, глиф прожимается у нас. Ой-ой-ой, нас спалили тут омника сейчас. Кунг спалил омника под руной инвиза. Сейчас уже и кристаллис у него в тайничке, если привезет, будет очень классно. Под инвизом сейчас прилетает. Крест дали, омник не ожидал. Сейчас репейл на себя накинул. Два скилла минус. Первый скилл кунки. Ой-ой, сейчас был захил в крипа. Ой-ой-ой, у нас луна Дарксира забрала. Бестмастер сейчас кидает у нас. Ой-ой-ой. Так, у Вивера. Винга его спасает свапом. Винге просто сейчас уйти. На нее повешен колд снэп. Нет, она, скорее всего, не уйдет. Прилетает метеор сейчас у Вивера. Под... Вивер был под бейновской ультой. И все. И просто сейчас и забрал Бейн у нас. И Вингу сделали, ребята, минус 3 за Т2. Зря они не ушли. И луна еще тем временем вдогонку сломала Т2 на топе. Ребята просто... собрались и показывают свой настрой, что они хотят победить. Ребята просто молодцы. Просто супер. Других слов нет. Ребята реализовывают свои пики. Но команда Anima немножко что-то вот под расслабились, мне кажется. Остались они зря. Около Т1 спушенный на боте Тавера, надо было им, скорее всего, отойти. Они что-то постояли, там уже и подошел инвокер, еще ребята подошли, и просто их сейчас, ну, их смели. Просто дали минус 3 и отошли. Ну, вот зря они немножко остались. Зря. Итак, что же у нас тут? Ребята, если бой сейчас стоят, прикрывает своего кэрри около Ancient Creep'ов, у которого был классный стак. Сейчас четвером аниму вышло, сейчас был стан в Бейнас. Так, стенку поставили, стяжки не было. И сейчас они даже без стяжки. Ой-ой, как луна наваливает. Да просто сейчас двоих забрала своими отскоками, своими тычками. Сейчас и омника могут ребята забрать вдвоем у Громак и Вин... Винга, нет, сейчас хилится на сомник, но будет, если стан сейчас через 4 секунды, баф так отогран на Вингу. Репейл повешен, репейл у нас сейчас на 10 секунд, просто сейчас Винга догоняет. Ну и давай стан и все, убивай, ой-ой-ой-ой. Соло ринг даже отходышился, ну пару тычек-то дай, Огр-то рядом. Что за мобы происходит? Просто раз, стан, два стана. Ребятам главное сейчас уходить, потому что бой... Ой-ой-ой, Огр Мага тут подцепил. Инвокер-то как своим санстрайком-то. Очень классно. Прям десятку выстрелил. Прекрасно. Прекрасно у нас стреляет сегодня инвокер своими санстрайками. Просто прекрасно. Просто тут раз, два. Ну, смотри, сейчас в десятку попаду. Бах, в темноте. И все, и погиб у нас Огр Маг. Супер. Кунг у нас сейчас подфармливает лестнических крепчиков. Ой-ой-ой, а тут засада у нас от команды Sad Boys в виде Бестмастера и Инвокера. Сейчас ждут они кого-либо.
знает, что тут Вивер рядышком, но не знает, что тут и Винга поблизости есть у них. Отправляют они сейчас Ястреба смотреть, что происходит, где, что где и когда. Рядом не видит никого, что нет, а могут сейчас спокойно выходить на Вивера. Стан Вивера сейчас от Бисмастера ульта. Метеоры просто бласт и все, и просто нету Вивера. Просто его смели. Просто... Ну, не был. Ой-ой, тут луна сейчас под ультой сейчас раскастовывается. Под бимами сейчас луну будут должны забирать. Сейчас был классный свап, стан и все, и минус. Луна от команды Sad Boys. Они молодцы, вчетвером вышли и пошли вперед мстить за Вивера. Сейчас, скорее всего, они даже пойдут в Т2 распушивать, потому что была стенка, иллюзии есть, дамага много, ребята могут пойти. Ребята сейчас забрали крипов, а крипов-то своих нет рядом. Санстрайк сейчас был в троих. Ну, дамаг разошелся. Ой, сейчас Бейн в лоу ХП вышел. Ой-ой-ой-ой. Зря он сейчас себя засветил, что он такой. Сейчас Кунка просто подойдет. Он может тычку дать. Ну-ка. Ой-ой-ой. Кунка не среагировал. Сейчас есть ульта от Бейна в Кунку. Хил, ой, и Бейн забрал сейчас Кунку просто своим, у своей ультой, своим вторым спылом вместе с Омником, который подбежал за хилом. И кому, ну вот, качели, пожалуйста. Дамы и господа, качели на второй карте у нас. То в одну сторону все переходит, то в другую. Команда Sad Boys сейчас переходит в наступление. Идут по миду, подходят к Т2, сейчас будут запушивать ее. Инвокер повесил на себя лакоти, чтобы больше дамага, на него повесили репел Омник. И что, вся команда побегает, у нас оставшаяся луна, которую недавно убили. Подходит сейчас Т2, и скорее это будет файт, наверное, 5 в 4, если получится. Так, сон повесили на Дарксира сейчас. Ульта была в Дарксира. Отходит, Бисмастер стоит, не боится. Бейн рядышком, так, сон сняли. И что, будет файт 5 в 5 или не будет? Ой-ой-ой, подловили сейчас. Тут кого? Джо подловили, Кунг подловили сейчас. Просто сейчас Метеор Бласт был. Сейчас просто могли его забрать. Кунг еле выживает отсюда. Ой, Бисмастера сейчас ловит. А Грумак-то все-таки погиб у нас. Но Грумак не ушел уйти от Омника. Омник погиб. Ой, Омник убил Агра. И что же, ребята сейчас запушивают у нас башню Т3 на миду. Команда Sad Boys в виде луны. 5 человек. Есть хилы, есть, скорее всего. А, ангела нет. Омник не качается не через ангела, он качает через хил, репел и пассивку. Неплохо. Ой-ой-ой. Забыл переключить худ. Ой-ой-ой-ой-ой. Дамы и господа, извиняйте, прошу прощения, не видели вы на протяжении 20 минут счет. Прошу прощения. Зато хотя бы наблюдали данную игру. Спушили сейчас Sad Boys у нас на миду бараке. Минус одна сторона аниме. Чем же ребята сейчас будут отвечать? Видеть трех и подходит четвертый человек Винга. Чем же они могут ответить? Команда у нас Sad Boys стоит около Рошпита внизу. Возле лесных крипов своих. Заходит сейчас Некромимикон и светит, что Рошпит пуст. Заходит у нас Дарксир сейчас под смоками сейчас. А, спалили то, что там стоит Некромикон. Лучник, и все, ребята поняли, что они хотели зайти на Рошпит, и сейчас все обратно стягиваются, заберут сейчас. Возьмут они кто-нибудь ДД? Нет. Ждут они луну, пока подойдет, возьмет ДД. Ну, и ребята из команды аниме просто сейчас отходят назад. Ну, а что им остается делать? Рошан они уже не заберут. Потому что их спалила вражеская команда. А драться сейчас 5 на 5. У них сил особо таких нет. Ну и отдают они Рошана сейчас команде Sad Boys. Нет, все-таки Кунг тут рядышком делает. Кунг первый. Забрали Рошана, у нас забирает. А Егес и Панетворс у нас ведут
три человека из команды Сидбойс. Это Луна в 15, в 16, прошу прощения, почти тысяч. Инвокер почти в 12. И Бестмастер в 8600. Пойдут они сейчас по второй стороне. По ботовской, наверное, они хотят пойти. Подпушивать инвокер будет в миду. И у нас Луна почему-то бегает в своих лесах. Сейчас подфармливает, скорее всего, на какой-то определенный слот. Или нет. Что ей летит? Бабочка, что ли? Бабочка, да. Почти бабочка. Аквилон сейчас выложила. И голсонг бы тебе взять, и все, можно уже ломать полностью так до конца лица оппонентов. Что ж, сейчас смоки юзанули у нас анима, будут выход. Все-таки ребята хотят у нас пойти сейчас на Рошана, но тем временем... Ребята, если пойду сейчас на Рошана вот так вот, или его обойдут вот так вот, и думая, что Эншенты здесь, или обойдут вот так вот, и просто сейчас в спину троим оппонентам выйдут. Спалили они сейчас Бэйна, пикает Бэйн, что они здесь. Сейчас, ой-ой, так-так-так, Бестмастер уйдет сейчас. Должен уходить сейчас на блинках, куда-нибудь уходить. А Луна тем временем с Омником просто сейчас запушивает Т3. Ну, чуть-чуть оставили, и Луна начинает драться. Юзает свою ульту сейчас, просто сейчас по всей команде аниме проходит. Залетает корабль от Кунки. Ой, это минус 2 сейчас от Сэдбоев. Байбек от Винги, Дарксир отъехал. Так. Дальше продолжение какое-то, просто сейчас перемениваются они тычками. Залетает сейчас, ой, Метеор, сейчас от инвокера откидывает всех бластом. Просто ребята сейчас отходят. Потеряли они двоих своих друзей. И ребята просто должны сейчас отходить, чтобы не погибнуть всем вместе здесь. Ой, не зацепили Вивер сейчас своим первым скиллом, своими жучками. Ну, если бы зацепил, было бы очень плохо для команды. Для команды Sad Boys. И Луна могла бы даже не уйти. Спалили бы ее. Так, 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 так. Команда у нас Sad Boys хочет пойти поверху. Стяжка сейчас у крипов была, все сейчас зажглись, и щитками они погибают под щитками тут всех Дарксира. Также что же у нас тут? Так, так, так. Ребята из Sad Boys хотят, может, вот так вот пройтись, наверное, добить эти бараки. Через топ они вряд ли сейчас пойдут. Не нужно это им. А команда сейчас, они понимают, что они могут пойти на бараке и пойти через топ. И пушат сейчас, отпушивают потихонечку топ, чтобы не было опасности сверху. И в целом, даже в числе четырех человек, четырех персонажей. Ой, под волком сейчас будет все это происходить дело. Луны с руки 400 дамага. Под репелом сейчас они бежат. Ребята сейчас из аниме сейчас просто сейчас стягиваются быстрее сейчас принимать оппонентов. Стоит только два человека. Сейчас третий подбегает в виде винги снизу. На лоу-граунде стоит все на ХГ, кроме винги. Итак, заходит сейчас Луна. Под алакрити дает сейчас... Ой, стяжка так есть, просто опять сейчас иллюзии, просто сейчас запушивают. Просто очень быстро упали бараки, секунды за 3, наверное. Ульта юзает у нас Луна, минус Дарксир. Сейчас будут Агра забирать, скорее всего. Да, это будет выход на Агра. Огр на фрустафе уходит, пытается, не ушел. Кунка закинул корабль, и все, это ГГ сейчас происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята из команды Sad Boys сейчас сравняли счет. 1-1 у нас происходит. Просто классный выход. Слили они 2-3 человек вражеских. И пошли даже уже в трон. Или хотели пойти на третью сторону. Ну, там их уже было их выбор. Но ребята написали из команды аниме. ГГВП. И у нас сейчас будет
третья карта. Не переключайтесь. Статистика на ваших экранах, а в данный момент у нас перерыв. I've lost count of the ways. I've tried to shut this.